Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор Heikin Ashi. Одним из главных преимуществ использования индикатора Heikin Ashi заключается в том, что он сглаживает ценовые колебания при помощи специальной формулы и таким образом делает график более упорядоченным. При таком подходе трейдер может видеть направление тренда более точно, а использовать индикатор можно на любом инструменте и таймфрейме. Рассматривать индикатор мы будем в терминале MetaTrader 4, но стоит отметить, что найти его можно и на нашем сайте в разделе «Живой график». Переходим в данный раздел, нажав на вкладку «В помощь трейдеру» и после того, как загрузился график, выбираем на панели типов графиков Heikin Ashi. Индикатор Heikin Ashi в терминале MetaTrader 4 можно установить из шаблона, но если вы будете устанавливать его самостоятельно, то необходимо будет поменять некоторые визуальные параметры. И для более корректного отображения необходимо будет цвет линии поставить на прозрачный, то есть None. И таким образом линия цены не будет перекрывать свечи Heikin Ashi, поэтому на графике необходимо обязательно указать параметр линии. Несмотря на то, что данные свечи визуально похожи, на самом деле они различаются. И для сравнения можно открыть еще один точно такой же график, но в данном случае использовать не свечи Heikin Ashi, а стандартные свечи. Вернем назад линии. И как можно видеть, направление не менялось, но свечи абсолютно разные. Различаются данные типы графиков тем, что стандартные свечи отображают цену без каких-либо формул, а свечи Heikin Ashi помимо простого ценового отображения используют специальную формулу, которая корректирует визуальную составляющую. Значения, по которым рассчитываются свечи индикатора, являются динамическими, и берутся они из текущей свечи, поэтому текущая свеча всегда будет рассчитываться с задержкой, так как зависит от предыдущей. Настройки в индикаторе Heikin Ashi довольно просты, а точнее настроить можно только цвета. Поэтому сразу перейдем к правилам торговли по данному индикатору. И самое простое, что можно делать с индикатором Heikin Ashi, это определять тренд. И в моменты роста или падения особенностью свечей является отсутствие теней с определенной стороны, которая зависит от направления. И как можно видеть, во время восходящего движения зеленые свечи не имеют теней снизу, а при нисходящем движении большая часть красных свечей не имеет теней сверху. Также явным показателем тренда является открытие новой свечи на середине предыдущей свечи, что заметно как и при восходящем тренде, так и при нисходящем. Если данный подход будет использоваться в торговле, то стоит ориентироваться на три свечи одного цвета подряд. Об окончании тренда могут говорить смена цвета свечи или уменьшение ее в размерах и появление длинной тени. Следующим сигналом, который можно использовать в торговле без каких-либо индикаторов, является появление свечи Doji. Ее отличительной характеристикой являются длинные тени и очень короткое тело. Данный свечной паттерн заимствован из Price Action и является довольно эффективным как при использовании на стандартных свечах, так и с Heikin Ashi. Но стоит отметить, что данную свечу не стоит использовать перед выходом новостей или в момент сильной волатильности рынка. Последнее, что можно делать при помощи одних только свечей Heikin Ashi, это определять флэт. И делается это довольно просто. И когда на рынке формируется флэт, свечи Heikin Ashi будут короткими, при этом тени могут быть с обеих сторон, а цвет свечей абсолютно не имеет значения. И они могут быть как зелеными, так и красными. Несмотря на то, что индикатор Heikin Ashi можно использовать и самостоятельно, более лучшие результаты он показывает вместе с другими индикаторами. И поэтому далее рассмотрим несколько самых простых стратегий с использованием Heikin Ashi. И неплохие результаты индикатор показывает вместе со стохастиком. Настройки стохастика используются стандартные, а правила очень просты. И в момент, когда стохастик выходит из зоны перепроданности, а индикатор Heikin Ashi окрашивается в зеленый цвет, можно покупать опцион Call с экспирацией в 5 свечей. Опцион Put покупается, когда стохастик выходит из зоны перекупленности, а индикатор Heikin Ashi окрашивается в красный цвет. Экспирация используется также в 5 свечей. Также обратите внимание, что более точными сигналами будут те, где свечи Heikin Ashi являются длинными. Следующая стратегия вместе с Heikin Ashi использует индикатор MACD. Настройки индикатора MACD также являются стандартными, а суть стратегии сводится к следованию также за цветом Heikin Ashi,
При этом на индикаторе MACD должен появиться более низкий или более высокий столбик гистограммы. И в данном случае можно открывать опцион Call с экспирацией в 3 свечи, так как появляется зеленая свеча Heikin Ashi, а столбик гистограммы является более высоким. В этом же случае можно покупать опцион Put, так как цвет Heikin Ashi поменялся на красный, а столбики гистограммы MACD стали ниже. Чтобы сигналы по данной стратегии являлись более точными, можно использовать не первое понижение или повышение столбиков, а дожидаться именно третьего столбика. И как только третий столбик стал выше или ниже, входить в сделку. И последняя простая стратегия с использованием Heikin Ashi включает в себя индикатор Parabolic SAR. Настройки индикатора также используются по умолчанию. И также стратегия содержит очень простые правила. И как только появляется зеленая свеча Heikin Ashi, и при этом цена находится над параболиком, покупается опцион Call с экспирацией в 5 свечей. А когда появляется красная свеча индикатора Heikin Ashi и цена находится ниже параболика, покупается опцион Put также с экспирацией в 5 свечей. И в заключении хочется сказать, что свечи Heikin Ashi могут использовать трейдеры с любым опытом, но если говорить о новичках, то лучшим вариантом будет использование этого индикатора вместе с другими индикаторами, чтобы получать более точные сигналы для торговли. Также не стоит использовать данные свечи на экзотических инструментах, так как высокая волатильность, но малая ликвидность может наоборот навредить в торговле. И конечно же во время торговли не стоит забывать про правила money management и risk management, а также тестирование данного индикатора на демо-счету. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!